Давным-давно при дворе римского императора Максимиана жил молодой врач Пантелеон. Был он талантлив, необыкновенно красив, отличался красноречием, не раз удостаиваясь внимания правителя. Но хоть и окружали юношу вокруг язычники, христианская вера, воспитанная в нем матерью в его далеком детстве, все же где-то глубоко жила в нем. Это заметил скрывающийся тогда от гонений священномученик пресвитер Ермолай. Он не раз наблюдал за благообразным юношей и, однажды позвав его к себе, стал рассказывать ему об истинах Христовой веры. Проникся Пантелеон словами святого Ермолая и стал каждый день приходить к нему, с наслаждением внимая рассказам об Иисусе Христе. Однажды, возвращаясь домой, увидел он лежащего прямо на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной. Жалость и сострадание охватили юношу, и стал он истово молиться Господу о воскрешении погибшего да об умерщвлении гада ядовитого. И про себя подумал: если и вправду случится это чудо, стану я истинным христианином и тут же приму святое крещение. По Божьей благодати ребенок ожил, ехидна разлетелась на кусочки. А Пантелеон принял от святого Ермолая крещение с именем Пантелеимон, что значит «всемилостивый». И воистину, имя его было, как и он сам. Посвятил он жизнь свою страждущим, больным, убогим и нищим. Молитвой ко Господу лечил он всех, кто к нему приходил. И сам он посещал темницы, исцеляя узников христиан от многочисленных и тяжелых ран. Прославился милостивый врач на весь город. Все жители шли только к врачу Пантелеимону. Позавидовали ему другие врачи и донесли на святого императору, что тот лечит заключенных христиан. Максимиан, помня свое доброе отношение к Пантелеимону, просил сначала опровергнуть слова доносчиков, да принести жертву идолам, как полагается. Но юноша исповедал себя пред императором истинным христианином. Максимиан разозлился и предал Пантелеимона на жесточайшие муки. Пред истязаниями явился ко святому сам Господь и укрепил его. И что бы ни творили с мучеником его палачи, он оставался невредим и лишь с большим дерзновением обличал императора. На месте казни, привязанный к масличному дереву великомученик совершал последнюю на этой грешной земле молитву. Окончив ее, с неба раздался глас, звавший страстотерпца по имени и призвавший его в небесное царство. Услышавшие голос неба воины упали на колени пред святым мучеником, прося прощения и умываясь слезами раскаяния. Они отказывались продолжать казнь, но Пантелеимон сам повелел им исполнить приказ императора, ибо не будут тогда они иметь с ним части в будущей жизни. И прервалась земная жизнь святого ударом меча. Из раны на месте отсеченной головы потекло молоко. Маслина вдруг покрылась плодами, и многие люди, что видели казни чудеса, уверовали во Христа. Даже тело святого великомученика не смогли покалечить язычники. Пытались его сжечь, но осталось оно невредимым и было погребено христианами. Девятое августа. День памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона.